России, ДОСАФ России проводит акцию, отмечает тех спортсменов, которые, несмотря на летние месяцы, продолжают заниматься спортом, различными видами спорта. И сегодня во всех, или вернее завтра, во всех школах России, тем более в нашей республике Мариэл, мы будем вручать удостоверения и значки ДОСАФ, те, которые посвятили спорту в течение этих трех месяцев. Разрешите от имени регионального отделения ДОСАФ России Республики Мариэл поприветствовать юниоров и вручить им значки и удостоверения члена, любителей автомобильного спорта. Приглашаю для вручения, для получения удостоверения Соловей Константин, Кировская область. Значки вручает мастер спорта Ершов Валерий Львович. И хочу сказать, что эти значки пока еще никто в республике не имеет. Вы первые, которые получают эти награды, эту награду. Приглашается Зуев Никита, Кировская область. Приглашается Татауров Матвей, Кировская область. Соков Денис, Нижегородская область. Теперь Республика Мариэл, Расторгуев Егор. Спорт покажите. Юлдашев Даниил, Республика Мариэл. И Грекоднев Кирилл, Республика Мариэл. Еще раз всех с удачным стартом, чтобы были показаны хорошие результаты. Спасибо, Вячеслав Николаевич.